18 сентября состоялся единый день голосования. Прошли выборы депутатов в Государственную Думу, законодательное собрание и некоторые муниципальные образования. Более 100 миллионов избирателей по всей стране должны были сделать свой выбор. В Кировском районе Петербурга функционировали более сотни избирательных участков. Явка населения составила 30%. На нашем участке явка избирателей в среднем выше, чем по городу. Избирательный участок мы подготовили со всей ответственностью, подошли к этому вопросу широко и масштабно. Активно привлекали население Кировского района через раздачу листовок и распространение информации в СМИ. На некоторых избирательных участках проходили концерты. Проголосовать можно было по месту прописки. Те, кто пришли, свой выбор сделали. Я за правящую партию. Я полностью поддерживаю внутренний и внешний курс, который она проводит. Поэтому только за нее. За Единую Россию. Ну, как-то я их программу изучал. Ну, и у них, в принципе, социальная программа есть представлена. За безопасностью проведения выборов и четким соблюдением регламента следили не только видеокамеры, но и опытные наблюдатели. Работа наблюдателя состоит в том, что мы сидим, непосредственно наблюдаем за проведением этого процесса, чтобы не было никаких нарушений, чтобы когда люди принимали свои выборы, к ним никто не подходил, не советовал ничего, не заходил к ним за ширмы, и чтобы они бланки опускали самостоятельно, без чьей-то помощи. Избирательные участки работали с 8 утра до 8 вечера. Те, кто не мог прийти, люди с ограниченными возможностями, могли проголосовать на дому по предварительной заявке. Избирательные участки уже подвели итоги. Партия «Единая Россия» в лидерах. Второе место принадлежит коммунистам. Третье занимает ЛДПР. На последнем месте партия «Справедливая Россия».